Еще один сюрприз. На главной елке Серпухова зажгли огни. Накануне на площади Владимира Храброго состоялся яркий, громкий и веселый праздник. А под Новый год главный сюрприз, конечно же, снег. И рада ему больше всех детвора. Вот и праздник на площади Владимира Храброго открывать доверили тем, кто больше всего ждал прихода зимы. Самым активным, веселым, юным жителям Серпухова. Снег идет, а снег идет, и все мерцает и плывет. Про снег не только пели, но и лепили снеговиков. Вот таких забавных, умеющих танцевать, сделали все вместе. Для тех, кто еще дома не нарядил елку, напомнили, как правильно это делать. Елку обязательно надо наряжать с друзьями, под хорошую музыку и с хорошим настроением. Справитесь? А? Мы повесим шарики, а потом фонарики. Для того, чтобы помочь Деду Морозу зажечь самую главную елку Серпухова, пришли и взрослые, и детвора. А теперь пора и хороводы у елки водить, песни петь и Новый год встречать вместе с друзьями, мультяшными героями. Праздник, полный сюрпризов, набирал обороты. Коллективы дворцов культуры округа подготовили концерт. Зажигательная анимация, новые зимние инсталляции, симпатичные ростовые куклы создали у детей и взрослых праздничное настроение. В следующем году буду всех оберегать, мой весь год. Замечательная атмосфера, все очень хорошо. Создается новогоднее настроение, взрослые довольны, а дети безумно довольны. Спасибо организаторам. Мне очень понравилось тут, мне нравится. Что понравилось? Все. Все нравится, вот хотим еще на следующие выходные на соборку сходить тоже, тоже будет там праздник. Вот, так все замечательно, все хорошо, спасибо. Так что встретимся на Соборной горе 25 декабря. Там будет также весело и празднично у самой большой новогодней елки округа.